Трагической случайностью назвали в Соединенных Штатах обстрел госпиталя «Врачей без границ» в афганском городе Кундуз. Инцидент, произошедший 3 октября, унес жизни 30 человек. Среди погибших врачи и пациенты медучреждения. Подробности бомбардировки стали известны после официального расследования, которое проводила американская сторона. И вот что сообщил генерал Джон Кэмпбелл, командующий армией США в Афганистане. Это был трагический инцидент, который можно было избежать. Он был вызван человеческой ошибкой. Американские войска никогда не стали бы преднамеренно наносить удары по больнице. Лица, наиболее близкие к проведению авиаудара, были отстранены от своих обязанностей в ожидании решения по административному и уголовному расследованию.